Какие-то хочется красивые мерси-шорки купить, в Украину привезти, рассказать, что это. Я знаю, что у вас есть мерси-шор. Он где-то вот скоро начнется. Это такие бутонетки с белым и с красным. Мое субъективное мнение, эта компания была очень грязной, поскольку я делаю выводы из того, что я вижу. В новостях подавался, например, сюжет о одном из руководителей партии крупной, который поехал к маме. Acasă la mama este cea mai gustoasă zeamă. Liderul democrat Vlad Plahotniuc a mers la casa părintească din Grozești. 10-minutный сюжет, который повторялся по многих телеканалах местных, идентичный. Я как-то не привык к такому. Spre surprinderea mea, un număr important dintre cetățenii Republicii Moldova refuză să voteze la referendumul care se desfășoară în paralel cu alegerile parlamentare. Ceea ce este o veste proastă pentru toți alegătorii din Republica Moldova este prezența pe care o consider scăzută sau foarte scăzută la vot. Belarus este очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Молдове. Мы специально сюда приехали. Что меня заинтересовало, что возможно агитировать. День голосования – это абсолютно необычно. Сегодня я тоже записывала стендап, и люди, которые представляют партию ШОР, прятали свои лица, хотя они делают это легально, но они не хотели, чтобы мы их показывали. Рекламы очень много. Я так понимаю, что есть какие-то крупные партии, в которых есть большие бюджеты. Вот только они заметны. А какой-то другой рекламы там независимых кандидатов мы не увидели. Диспропорция между рекламой политической, это партия социалистов и партия демократов, которые присутствуют везде, очень видимые везде, и оппозиции, которые в принципе везде не видно. Am fost în Suedia pe 9 septembrie 2018, când au fost alegeri parlamentare locale și regionale, și moldovenii constat că au luat modelul suedez și l-au implementat exact în Republica Moldova, fără ziua tăcerii, cu agitație la secția de votare, dar n-au luat mentalitatea suedeză. De dragobeti trebuia să fim mai îndrăgostiți și mai declarăm dragoste, dar astăzi și declarăm și dragoste, dar și cetățenii Republicii Moldova vor vota.